Но меня предупреждали. И я знал, на что иду. Почему? После наркотиков лекарственный бизнес считается и есть самый выгодный бизнес в мире. В том числе в нашей стране. Почему? Потому что после распада Советского Союза весь бизнес перенес в частные руки. За 25 лет независимости нашей страны все законы, нормативные акты направлены на их защиту. Что хочешь, делай. А так не может быть. Согласен. Элементарные правила. Мы население настолько научили. Мы лекарства не пьем. Мы лекарства кушаем. Согласен. Лишь бы иметь деньги, что угодно достанешь. Что угодно. И самое главное, понимаете, пациенты, граждане до сих пор не осознали. Бесконечно.